они растут. Если врата вырастут еще, Немерод протащит через них флот. Мы должны перерезать связь между вратами и башней. У вас есть план. Мы используем непобедимый и снесем шпиль. А пушка Титана будет эффективна на таком расстоянии. Настало время использовать источник в своих целях. Зарядим непобедимый. Мы должны добраться до Титана. Тит, как тебе сказать? Мне кажется, использовать экспериментальное устройство на Титане Механикус не особо хорошая идея. Тебе так не кажется? Ну ладно, не кажется, так не кажется. Блин, здесь уже все пообломали, а? Ни хрена ворота, блин. Так, пошли дальше, побегаем сейчас. Так, нам не забудь это на выходных компьютер почистить. Тут что-то мне не нравится этот звук вентилятора. Варп. Разлом, что ли, получается? Я что-то не понимаю. Возьму-ка болт на всякий случай. Если... Так, я не помню, космонесантники хаоса появятся здесь или нет. Скорее всего, по-моему, появятся. Интересно, кто там кого заломал? Варбосс или этот? Чемпион хаоса. Кто кого заломал? Ваши ставки. Кстати, у тебя хотя бы фонарик бы был, что ли, я не понимаю. Или что-то типа такого. Как реально, как этот. Бомжи, ходим. Че, черепушка? Да, черепушка. Бенджамин, случилось нечто ужасное. И что же? Твоя мать. Джуль, мы попали в засаду орков. Они окружили твою сестру. Она закричала, Джулия бросилась на них. Они засмеялись. Какой же у них омерзительный смех. Я схватил Хан, но твоя мать... Они схватили ее и буквально порвали на части. Я не смог. Мы добрались до центра Эпсилон. Найди нас, Бенджамин. Прошу тебя. Найди нас. Еще, наверное, голыми руками разорвали. Значит, демон убил инквизитора Дрогана и вселился в его тело. Но зачем? В одиночку демон никак не смог бы пронести источник через миллион орков. Он нуждался в помощи. И мы ему помогли. А я? Меня обманули. Я несу ответственность за прорыв хаоса в этот мир. Помните, что я сказал? Орки просто так не вторгаются в мир. Ими вечно тут управляют или Ильдары, или... Ого. Ого. Ты как этот. О! Этот же, блин, как его? Деление артефакт создает персональный экзистенциальный щит. Да, я знаю эту фигню. Прикольно. Розари по-другому. Хо-хо-хо. Кто там был? Кровопускатели? Кровопускатели, я вас жду. О, нифига себе. Кто-то там мучится, слышите? В том судьбоносном путешествии через варп. В какой-то момент, устав от раздумий, я утратил бдительность. Ошибка, недопустимая для псайкера. И тобой заинтересовалась другая личность, да? Моя психическая воля. Они заглянули в варп, и варп отреагировал. Передо мной появилась искра энергии варпа. Болящая, сверкающая и могучая. Я чувствовал ее биение, а мой психический щит. Я был шокирован. Я потерял сосредоточение, и искра исчезла. Я знал, что должен заставить ее вернуться. Я так понимаю, это орки с хаосом, да, воюют? Притом неплохо не получается, а вот и космодесы. Ну, вперед. Надеюсь, я не пожалею, что взял молоток. Еее! У него плазменная пушка! Нифига ты живучий! На-ка! Извиняюсь. А это кто такие? А, это... Пескогвардия была? Давайте хаос! Я так молоток этот хотел получить! Ты космонавт? Это кто такие были? А... Кто стреляет? На, просто! Следующий. Блин, у него плазменная пушка, это плохо.
Как говорится, когда смотришь в тьму, смотри, чтобы тьма не смотрела на тебя. Смотри, кому нас срать. Позади себя. А Джон с ним он. Так, кровопускатели. Да-да-да, это молоток. Это вам не топор. Это имперская гвардия, что ли? И, по-моему, это отступники, да? Да, это эти тоже. Какого мятежная гвардия же есть, или как их называют, я уже забыл. Молотком гвоздь забьем мы сейчас в кого-нибудь покрепче. Если мы встретим... Опять топор, блин. Нельзя, мне кажется, его здесь дают. Оружие так часто менять. Капитан, пришло время озвучить мои опасения. Давай. Говори. Вы снова держали открытый источник, капитан. А. И его излучение снова не подействовало. А, значит, я псайкер, да, для тебя? Не понял. Кодекс Астартес гласит, что лишь те, кто заодно с хаосом, могут выдержать касание варпа. Ой, блин, начинается. Ультрамарин. Леандр, этот вопрос очень беспокоит и меня. Но поиск ответов подождет до того момента, когда мы остановим вторжение хаоса. А если будет поздно? Леандр, хватит. Нам нужно идти дальше. Щенок, блин, а вот охренел, а? Блять, дик... Извиняюсь за мат. Казнить тебя прямо здесь, блин, если честно. Офигеть, блин. Давай, капитан, еще родного в ересе объяви... Этот... Обвини. О, так и знал. Отправьте гонца на склад на позиции Альфа. Пошли. Я надеюсь, не вы поведете этот рейд? Разумеется. Лейтенант, вы нужны нам живой. Вы же понимаете, здесь все зависит от вас. И вдруг с вами что-то... Случилось. Извиняюсь и спасибо. Так. А могу вниз спрыгнуть? Да, с невидимой стены нету. Для меня всего на молоток, пока лучше оружие ближнего боя. Жалко, что нельзя, конечно, использовать какую-нибудь пушку, там, комби, типа, и так далее, ну ладно. Посмотрите на его мощь, вот это я понимаю. Здесь что у нас? Чисто, чисто. Уже ничего нет. И такая иллюзия открытого мира, народ. Так, дальше что у нас там? О! Убил или просто попал? Ох ты ж, блин! Вот это неприятно сейчас будет. Вперед! Нифига себе! Давай за императора! Просто. Нет, 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 нет. Так. А, они же эти живые, что ли? Не стреляй, не стреляй. Промазал, как ты мог промазать, Тит? Жертва. Блин, я космонесантника хаоса в жертву принес. Куда дальше-то, блин? А, вниз типа? Ну, мы там еще не видели, что было. Блин, походу дело придется поменять молоток. Хоть я этого очень как не хочу, но придется. Если бы сейчас я не активировал бы этот, типа, ярости, то меня бы забили бы тупо. Не забили бы, расстреляли. Как пить, блять. Я не смогу спрыгнуть? Нет, не могу, невидимая стена. Будем болтером стрелять, что деваться, куда?
Господа, помогите нам! Помогаю! Демоны! Демоны! Не дрейфьте! Куда они все лезут? Как вы выжили-то вообще? Рапорт. Господин космодесантник, они практически сразу напали на нас. Вы-то еще живая? В этот мир вторглись силы хаоса. Доберемся до Титана и уничтожим врата варпа. Я знаю нужную дорогу. Я разослала людей на аванпосты между комплексом Калкис и бастионом Праймус. Оттуда по железнодорожной сети можно добраться до мануфактории Аджакис. Понятно. Встретимся там. Хорошо. Хорошо, я тебя услышал. Ладно, мужики, мужайтесь. А я, пожалуй, поменяю. На что поменять-то, блин? Не на что поменять! Молоток лежит. Громовой молот на громовой молот. Ну ладно. Сейчас покажем им, что такое настоящий рукопашный бой. Ну, фигарится, я тоже хочу там поучаствовать. О, охки, хаос, как обычно. Я наверх пошел. Там веселее. Как гранату кидать? Как гранату кидать? А, вот. На, просто со спины. Опа. Ребята, вы со мной, что ли? Где он там? Ну и какой, блин, ой, ребята, я пошел. Орки успокоились быстро. Ты еще? Ребята, я пойду, зайду к ним в комнату. Здесь, походу, здесь особое вмешательство нужно. Просто, все, живой. Смотри-ка, он еще этот. Уворачивается. Нет, не надо меня на прицел брать. Ты не хочешь этого, поверь мне. Ты хочешь со мной познакомиться поближе, потому что сейчас поднимусь. Да, я вот сейчас вот здесь сюда вот поднимусь. И тебе вот так леща дам. Потом вот так. Поближе подойди, а. Ой, извини. Есть выжившие, нет? Внизу кто-то. О! А что, его нельзя добить, что ли? Получается, просто прикладом по лицу бьешь. Где орки, блин? Что происходит вообще? Ух ты ж! Че, хаос? Хаоси-то забили, что ли? О, ребята! Как я красиво вошел! Надо. Вот сам напросился. Еще есть выжившие? Я наверх, ребята, вы как хотите, я наверх. Сержант, айда. Нас ждет развлечение наверху. А, нет. Потом еще и эти еретики хаоса. Удивительно, что это место вообще уцелело. Еще не вечер. Еще не вечер. Нам биться с ними. Легионы хаоса. Рядовой. А ну соберись, немедленно! Быстро! Остальные взводы собираются отходить в направлении бастиона. Держите эту позицию, или они будут отрезаны. Приветствую, ультрамарины. Привет, касается. Что у вас, лейтенант?
настолько хороши, насколько это возможно, если учесть, что мы окружены вражеской ордой. Дайте не привыкать. Мы возвращаемся на командный пост, капитан. Ай да, я пошел первый, если что, я танкую. А вон, вижу, придурки бегают. Раз, два. Патроны скоро нема будет, ребята. О, сколько у вас тут, я побежал. А, здесь были ящики, что ли? Бегаю, блин. Что-то жестко, блин. Добей, добей ты его. Что-то я зату... Я кнопками промахиваюсь, ребята, извините. Лучше умереть за императора, чем жить ради себя. Эх. Я побежал, пофигу. Слишком много ракетчиков. Слишком много ракетчиков. Напимся. Это ящики же были, господи! Ай, нахрен, я пошел. Так веселее. Фига себе, он улетел. На, просто и улетел. Мы еще встает, а? Хотел бы я быть сильным, думать, что все хорошо, но не могу. Мертвые повсюду. Они гниют. Мы сжигаем тела по мере сил. Но огонь только привлекает орочьи орды. Если задуматься о том, сколько здесь погибло народу, впору свихнуться. Но куда бы мы ни шли, везде трупы тех, кто до последнего момента ждал помощи. А она так и не пришла. Печально. В общем, печально. Так, здесь же... Что, на не надо идти? Здесь же завал? Да. Не могли бы здесь серого череп один поставить? О, ты что, с нами что идешь? Я думаю, ты там останешься, ну ладно. С тобой с девушкой веселее будет. Ган, только не откинься, ладно? Блин, вторжение орков, хаос, еще молодой быкует что-то на меня, блин, вообще что-то не... Так, что у нас есть здесь? Мельта есть. Эх, молоток. Извини меня, пожалуйста, мне придется взять топор. Что происходит? Наверху веселятся. Пиши наверх, я тоже хочу повеселиться. Прям жажду. Что там наверху происходит? Ребята, ребята. Кто с кем воюет? Ох, ты знаешь... Нахрен я воду с болтером. Потом куда тебе нету почти. Не понял. Ребята, нас окружают. Где он бежит? А, там имперцы? Не понял. А! Вы видели? Так, боеприпасов нема. Ладно, пошли в копашку. Ну, взорви его! Мы с оружием, блин. Вперед!
остуди. Давай. Танкист, блин. Ой, щитовик. Сквик гребаный. Проблема, проблема. Командос пришел. Ох ты ж скучный. Смотри. А, не попал, да? Ладно, давай, давай, давай. Он что, ты до сих пор живой, что ли? Забавно, да, конечно, гибриды, блин, грибов и какого-то там растений вроде. Ох, я уже забыл, чей-то гибрид. Грибов и животных, хрен его знает. Практически неубиваемое создание. Так, что у нас здесь есть? У нас есть мелта, есть цепной меч. Ничего интересного, пошли дальше. Привет, Мира. Иона, а я уж думала, что твои кости давно гложут демоны. Как видите, еще нет. Ну, давай, возле... возле него скрик взорвался. Здесь и у Бастиона тоже. Готовьтесь отходить к Бастиону. Не вступайте в контакт с силами Хаоса, пока у меня не будет подкрепления поддержать вас. Есть, лейтенант. Хаос сам на контакт выйдет, поверь мне, Мира. Послужат они тебе. А, там это, лейтенант им приказал, чтобы они на контакт не шли, не будем их трогать. Капитан Тит, прошу сюда. Ну, а и чё? Я в два раза быстрее тебя бегу, блин. Да, магазин другой. Опа. Сюда или туда? А, да, туда. Хотя бы шлем бы одел, хотя нет, не спасет. От орочего чопа не спасет. Не нравится мне этот коридор. Больно он прямой и тихий. Опа. Конец связи. При помощи своих психических способностей я коснулся энергии варпа. Угу, молодец. Я смог вызвать ее снова, контролировать ее и управлять ею. С ее помощью я смог бы защитить империю. И тогда я предпринял еще одно. Да, вы все вот так вот, псайкеры, думаете. Не смею надеяться на успех. Я снова ослабил свою защиту в ожидании, что энергия вернется. Угу. И она вернулась. Я заключил искру в специальный контейнер и был поражен ее потенциалом. Теперь я мог приступить к работе. Она вернулась, на меня посмотрела, возле виска пальцем покрутила. Ты что, типа поехавший человек? И... ну, вы поняли. Йод ты долго, на тебе больше сказать ничего не могу. Живой? Нет. Что происходит, блин? Разруха, анархия. Где гвардейцы мертвые? Сохранение, мне это не нравится. Опа. Видели, как меня в воздухе развернуло? Так. О, что-то новенькое. Генетическое сканирование завершено. Опа. О! О! Ребята, вы знаете, что это, да? Плазменная винтовка, огонь, я модели X-12, да это? Или, да. Стреляет генетические заряды, способны разрушать самую тяжелую броню, это оружие падает очень только, но быстро перегревается. Угу. Ладно, хорошо. Уже 3 дня прошло, как погиб Валерик. Орки наконец-то убрались из храма. Я добрался до станции связи. Освободительный флот уже направляется сюда. Передовой отряд ведут ультрамарины. Но они еще только входят в эматериум. Я надеюсь, что я ошибаюсь. О, как бывало уже не раз. Но я боюсь, что к тому времени, когда придут ультрамарины, здесь никого не останется в живых. Орки! Снова орки!
Вперед! Космический вперед! Десант. Вперед! Не надо убивать. Болтух, тяжелый болтух. Что-то у меня левая кнопка залипает. На левую кнопку залипает немного. Имперская гвардия! Держать позиции! Встань за пулемет! Да подождите, блин, прибыли, ёлки-малины. Вот теперь я готов. Айдайте, ребята, я пошел. Ай да, ребята, я просто готов. Ох ты ж! Блин, броню побили. Броню побили. А бегать я не могу. Двойте. Перегрев, перегрев, не вовремя. Ой, мне хана. Еще один снаряд, и мне хана. О, вот это я понимаю. Стоять до последнего. Ноп, 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 ноп. Щиты, щиты, ни к черту. Ах ты ж, сука. Ноп. Держи аптечку. Мне нужно, мне нужна жертва. По ему пасть. Спасибо. Кто следующий? Кому пальнуть еще раз? Проверю здесь что-нибудь, может есть. Но болтер пригодился тяжелый. Я хочу еще один такой же. Прям вообще вещь. Ох. Так не говорите, что мы будем в окопах бегать. Ну ладно. Давай, ребята, я понял, я первый. А вот по кабелям идти надо, да? Короче, я пошел. Раз здесь овки, то я буду что? Вперед. О, смотри, три смертника со мной идут. Бля, вот только этого не хватало. Давайте, ребята. Ну какой живучий, а? Вперед, гвардейцы, за мной, не отставать. Они что, в ответ мне гранату кинули? Опа! Вот это, этот мой. Нет уж. Он меня шатнул, он меня шатнул. Ты сучоныш. Ладно, возьмем плазменную пушку обратно. Я уже второй раз умираю. Не. А, я обратно уже не вернусь. А где гвардейцы? Убили что ли? Смотри, какая скотина! Ай да! Сука! Добить, добить, жертва, 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 жертва. Ах ты с... Нихера себе, вы что делаете?
Наверху, видите, там эти бегут. Опа, вот это. Блин, опасно, опасно, опасно. Ракетчики везде. Не понял. Я думаю, кто меня бьет, блин? Нет, вот эти. Вот тебя сейчас... Блин, ракетчики гребаные, а? Ребята, не надо. Вот теперь можно. Ты заколебал. Кто там стреляет такой метки, а? Блин, вот ты меня заколебал, а серьезно. Ой, дядя Ноб пришел. Дядя Ноб пришел. Ох. Нет. 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 Я выжил. Генератор дает полную мощность. Спасибо, лейтенант. Ладно. Видите, сколько у меня здоровья осталось? Турели Тарантул. Хорошая вещь. Уважаю. У меня здоровья вообще нема. Мне на один плевок буквально. А, патронов-то хватит отбиваться, нет, ребят? Вот и выжил. Ух. Не, молоток надо убрать. Слушай. Несколько раз мы столкнулись с орками. Но тут куда легче, чем наверху. Они не доставили особых хлопот. Скоро мы будем здесь. Понятно. Я типа один опять, да? Ну ладно, я один в поле воин, как говорится. Орки здесь повеселились. Можно ныкать себе по череп. О, так, так. Топор обратно, вернись, пожалуйста. В этот раз я топору рад, ребят. Ладно, пошли. Плазменная пушка, так плазменная пушка. Ты жив, ботан. Думаешь, выберешься отсюда с этой сумки? Я босс слабочерп, вся эта планета моя. Ну давай, иди ко мне, ботан. Капитан, откуда у тебя цепной меч у тебя? Ты слишком долго преследовал меня. Иди хочу нахрен. С меня довольно. Верно. На тебе пуст. Блин, как он мне пробил броню? Человечишка, стой спокойно, я убью тебя. Где он? Где он? Где он? А? Гранаты? Ох ты ж! Какой ты добрый, а, братан, бля. Дай-ка мне одну жертву, пожалуйста. О!
Ух ты ж, сука! Нихера себе он! Опа! Потому что я красивый. Где ты, скотина? Братан, ты куда полез? Братан, мы так с тобой не договаривались. О, братанчики. Ты же не кратишься на меня, да? Это что за мелюзга еще бежит ко мне? О! Слился! Айда, я тебя добью. Я еще не закончил с тобой, десантник. А я с тобой закончил. А я с тобой закончил. О. Блин, я хотел добить его как-нибудь. Ну ладно. Куда дальше-то? А, вон лифт. Любопытно, что он уже выжил после драки с этим чемпионом хаоса. Наконец-то хороший новость. Эта ветка ведет прямо к мануфакторию титанов. Чем скорее, тем лучше. Эти орки задержали нас. И дали Немироту время подготовить вторжение. Доберемся до титана и уничтожим врата варпа.